В агентстве «Башинформ» прошла пресс-конференция, посвященная акции «Театральная ночь», которая состоится 26 сентября во всех театрах и культурных учреждениях Уфы. Акция проходит уже во второй раз. В ней примут участие библиотеки, культурные центры, планетарий, задействованы будут парки и скверы, а любители традиционных зрелищ ждут в столичных театрах. Молодежный театр настолько энергичен, динамичен и весел, что никакие сказки на ночь нас не усыпят, и у нас будет театральная бессонница. С 21 до примерно 22:30 будет все это происходить. Я думаю, будет весело и занимательно все. Наша ситуация вообще такая достаточно сложная, потому что именно в этот день у нас открытие сезона, и мы открываемся спектаклем «Отцы и дети». Но так как мы тоже очень любим капустники, вот, и еще одна такая провокация для самих себя, она всегда нам радостная. Поскольку театр у нас и оперы, и балета, то мы можем показать как раз вот это самое закулисье. Пока не буду раскрывать всех секретов, но на улице вас ждет некий перформанс, а чуть позднее начнется репетиция балета. В прошлом году мы работали до 12 часов. Когда ведущие спросили, вы не устали в зрительном зале? Они хором сказали, нет. Они говорят, а мы устали. Театральная ночь будет проходить не только в Уфе. Она будет проходить по всей республике. Старт театральной ночи будет дан на площадке театра Кукол. Потому что основной лозунг фестиваля театральной ночи – это «Сказка на ночь». Все театры будут ориентированы на семейное посещение, чтобы не просто приходили к нам зрители в одиночку, а чтобы приводили с собой и детей. Также в этот день откроется второй окружной фестиваль театров кукол «Театральное Поволжье. Ниточка», который пройдет с 26 по 30 сентября на сцене Башкирского государственного театра кукол. В этом году в фестивале примут участие 7 городов – Тольятти, Набережные Челны, Актобе, Казахстан, Оренбург, Казань и Уфа. Помимо коллегии критиков, по сложившейся традиции, спектакли будет судить детское жюри, куда войдут уфимские школьники 5-6 классов. Много желающих и много хороших активистов, ребят, которые занимаются творчеством, танцевальные кружки посещают, музыку успевают заниматься, в театральных кружках участвуют. Вот как раз это та среда, из которой мы будем выбирать тех ребят, которые будут оценивать наши спектакли. Проведение фестиваля в Башкирском государственном театре кукол осуществляется на грант президента Республики Башкортостан.